بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Мы перед тобой, наш Господь, нету тебя сотоварищей. Вся похвала, вся милость принадлежит тебе и власть. Мы не предаем тебе сотоварищей, мы перед тобой, Субханаху ва Тааля. Уважаемые братья и сестры, помилуйся Аллаху, Субханаху ва Тааля. В день Арафа, мы находимся сейчас на Арафа. Это тот день, самый любимый день перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. В этот день Аллах, Субханаху ва Тааля, юбахи ль-малаика. В этот день Аллах, Субханаху ва Тааля, радуется, гордится со своих рабов перед ангелами. Поэтому хвалится своими рабами и говорит: «Нада араду хауля». То есть эти рабы пришли сюда в таком виде, в храме, на них есть пыль, что они хотят от меня? И говорит, берет ангел свидетеля, то, что Аллах Субхану прощает своих рабов. В этот день Аллах Субхану Тааля больше всего спасает от наказания ада. Нету другого дня, где бы Аллах Субхану Тааля по количеству людей бы освобождал от наказания ада. Поэтому те братья и сестры, которые не смогли приехать на хадж, они дома постятся. Этот день поста пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Суяму йоуми арафа тукаффиру дзунуба санатейн аль-мади валь-мукбила». Пост день Арафата прощает грехи двух лет, прошлого года и этого года. А то, кто не на хаджи, он не постится, так саллаллаху алейхи ва саллям не постился во время пребывания на Арафате. Это день дуа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайру дуа дуа йоуми арафа. وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». Самый лучший дуа дуа день Арафа. То есть сегодня самый лучший дуа, братья и сестры. И самое, что лучше говорил я и пророки, те, которые были здесь до меня, это ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ля лаху аль-мульку ва лаху аль-хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Поэтому в этот день не нужно много читать Корана, в этот день не нужно читать много дополнительных намазов, в этот день не нужно что-то дополнительно много делать, в этот день больше просите дуа. Если кто-то вам скажет, нужно прочитать джуз, два джуза Корана, альхамдулилля, это хорошо, но не сегодня, сегодня день дуа, просите. В первую очередь восхваляйте Аллаху, Субхану ва Тааля. Потом делайте салават за нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом просите за себя, за эту дунья, за ахират, за близких, за умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за притесненных мусульман в Китае, в Бирме, везде, где притесняются верующие, за всех просите дуа, просите Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы принял наше поклонение. И я прошу Аллаха, Субхану ва Тааля, за всю нашу умму, за всех наших братьев и сестер, альхамдулиллях, как Аллах нас вместе собирает в этой жизни, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вместе собрал нас в своем джаннате Аль-Фирдаус. И здесь мы в этот день должны, альхамдулиллях, очистить наши сердца, альхамдулиллях, и с новым иманом, с чистыми сердцами поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля до последнего нашего вздоха в этой жизни. Ва джазакум Аллах хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.